Всем привет, меня зовут Оксана Рагелин. Я сегодня дам вам пошагово технику вакуума и наули. Я расскажу, как с помощью этих техник создать идеальный животик и получить другие бонусы для своего организма. Это самая подробная инструкция на YouTube. С этим пошаговым планом у вас 100% все получится правильно. Главное делать это каждый день. Самый главный миф, который существует про вакуум и наули, это то, что вы будете укреплять таким образом живот. Нет, наоборот, мышцы живота должны быть полностью расслаблены во время этих практик. Вы, наверное, удивлены, потому что думаете, что благодаря вакууму можно накачать какой-нибудь красивый пресс, рельефный животик. Зачем тогда нужны эти практики? Не все правильно делают эту технику, и поэтому живот не уходит. Сегодня я открою вам главный секрет, как правильно делать вакуум и наули. Самый главный, наверное, эффект – это со временем, и особенно после родов, у женщин опускаются внутренние органы. И ничем так не поднять внутренние органы хорошо, как вот этими практиками. То есть этот торчащий живот внизу, он будет торчать, сколько ты там не качай пресс, пока ты не поднимешь внутренние органы. Но есть вот это «но», что если ты будешь только делать вакуумы на уле и не укрепишь корсет, то нечему будет держать потом эти поднятые органы. Помимо подъема органов, это будет профилактикой застойных явлений. То есть, если у вас есть какие-то новообразования, то в классической медицине там нельзя делать вакуумы на уле. Они все твердят одно и то же. При миомах, кистах ничего не делайте, никуда не ходите, сядьте, пейте гормоны. А на самом деле, боже мой, сколько женщин приходили ко мне на курсы и избавлялись от этих новообразований. Но я им тоже говорила, что классическая медицина говорит, что нельзя делать эти практики при новообразованиях. Это под вашу ответственность. Но они делали, и у них проходило. Напишите в комментариях, вы за классическую медицину или все-таки за то, чтобы дать возможность своему организму исцелиться самому? У вакуума и наули есть противопоказания. Вы их видите на экране. Но особенно мне хочется уделить внимание женщинам после родов. Даже если прошло уже много времени, даже если прошел год, но ваше тело такое в гипотонусе, то есть мышцы вялые, мышцы живота вялые, мышцы интимные вялые, то вам очень важно не делать только наули и вакуум, а обязательно в это время еще подключать техники укрепления корсета. Иначе вы перерастянете себе переднюю брюшную стенку, вы перерастянете интимные мышцы, и вакуум на уле будет вам не полезно. Поэтому сочетайте с упражнениями на корсет. У меня есть такие упражнения на канале. Я сама делаю эту практику в таком режиме. 2 недели делаю, 2 недели не делаю. Это связано с фазами цикла у женщины. Очень важно не делать в критические дни, и также я пропускаю где-то 4 дня до и 4 дня после, потому что в это время организм женщины к таким практикам не готов. А в остальное время я рекомендую делать после стакана теплой воды натощак утром, и каждый из вас выберет сейчас, на каком этапе он. Возможно, вы уже умеете делать первый этап, и тогда вы продолжаете делать второй этап просто каждый день. И сегодня я дам вам пошаговую систему на целый месяц, как достичь наули. Итак, техника, инструкция, как подготовиться к практикам и как получить максимальный результат. Первый шаг – ложный вдох. Нам нужно научиться выполнять ложный вдох на голодный желудок утром после стакана теплой воды. Эта практика несложная, мы сейчас с вами вместе ее будем делать. Перед тем, как выполнять ложный вдох, очень важно подтянуть нижний замок, интимные мышцы. Это называется мулабандха. Подтянуть нижний замок, просто подожмите интимные мышцы. И подбородок направить к груди. Мы делаем медленный вдох, медленный выдох через рот, опустошающий выдох. Такой слышимый, звучный. И после того, как вы опустошили полностью легкие, вы начинаете раскрывать грудной отдел. Вы раскрываете грудной отдел, расширяете ребра, и таким образом вы чувствуете, как животик немного прилипает к
позвоночнику. То есть техника заключается в том, что вы подтягиваете интимные мышцы, подбородок прижали к груди и затем раскрыли ребра. Еще раз, вдох, выдох, через рот, опустошающий выдох, подтянули интимные мышцы, подбородок к груди, раскрыли легкие. Нам важно научиться именно раскрывать ребра во время выдоха. Поэтому и называется ложный вдох. Человек со стороны, посмотрев на вас, может подумать, что вы вдохнули, потому что ваши ребра легкие раскрылись. Но на самом деле вы в фазе выдоха. Повторяйте эту технику каждый день, пока точно не удостоверитесь, что во время раскрытие ребер у вас немного поджимается животик. Делайте хотя бы 3-4 дня, можно выполнять в течение недели только одну эту технику. И, пожалуйста, во время первого этапа подключайте упражнения на укрепление корсета. По моей методике, когда мы и укрепляем мышцы кора, всего, все, что здесь, и мышцы интимные. У меня есть такие упражнения на канале. Это упражнения по методике корсет. Второй шаг – вакуум. Каждый раз к предыдущему освоенному уже мы будем добавлять следующие элементы. То есть вы научились делать ложный вдох, теперь мы углубляем это. То же самое. Делаем вдох, опустошающий выдох через рот, слышимый. Наклоняемся, делаем поджатие интимных мышц, подбородок к груди и немного прижимаем живот к пояснице. Живот вообще-то сам прилипнет у вас к позвоночнику, потому что вы наклонились и раскрыли грудной отдел. Еще раз, вдох медленный, выдох опустошающий через рот. Наклон, поджали интимные мышцы, мулабандха, подбородок к груди. И раскрыли ребра, сделали ложный вдох вот в этом состоянии, когда вы наклонились. И затем, когда вы выпрямляетесь, вы видите, что живот прижался к позвоночнику. Очень важно после этого правильно отпустить вакуум. Не делать вот так, и все отпустили. Это не полезно для вас, не полезно для здоровья ни с физической стороны, ни с энергетической, потому что все эти практики, они очень важны с энергетической точки зрения. Как правильно? Мы сначала отпускаем животик, а потом медленно отпускаем все замки нижний, верхний и вдыхаем. Не должно быть звука такого. Поэтому если вы чувствуете, что вот уже воздух заканчивается, все, нужно отпустить животик и затем вдохнуть медленно. Не доводить до состояния, когда вам уже нет кислорода, вы уже не можете дышать, и вам придется сделать так и вдохнуть резко. Не вдыхайте резко. Второй этап вакуума выполняйте в течение недели. Очень важно освоить эту технику полностью. Что вы должны почувствовать? Живот прилипает к позвоночнику, ребра раскрыты, и вы не резко вдыхаете, а медленно и подконтрольно. Следующий этап, третий, жгут. То же самое, что мы делали до этого, абсолютно так же. Только в вакууме мы выделяем прямую мышцу живота. Для этого нам нужно оттолкнуться руками от бедер, упереться руками в бедра, и тогда вы почувствуете эту мышцу, она сама выйдет вперед. Попробуйте во время одного выдоха, то есть во время одного цикла, сделать 3 раза выпячивание жгута и расслабление. Выпячивание жгута и расслабление. А затем, не дожидаясь, когда у вас уже нет кислорода, а перед этим за несколько секунд отпустить животик и медленно вдохнуть. Выполняйте этап жгута 3-4 дня, пока вы точно не почувствуете, что вы это делаете легко, что он у вас хорошо виден. Можете делать это перед зеркалом или перед камерой. И четвертый шаг – сама волна на уле. Это невероятно приятная практика, потому что вы делаете самомассаж живота. Посмотрите, как это выглядит. Вы сами видите, что все органы массируются вашими же мышцами. Это невероятно полезно. То же самое все выполняете, что делали до этого. Выпячиваете жгут. И когда вы выпятили жгут, вы начинаете переносить вес тела с одной руки на другую. То есть, упираясь руками в бедра, сначала больше выпячиваете правую сторону жгута, затем левую. И делайте это в ускоренном режиме.
пробуйте, делайте. Я знаю, что это будет первый раз непросто. Я не видела ни одну девушку еще на моем опыте, которая в первый же день научилась делать волну. Обычно это занимает где-то неделю, две, а у некоторых и месяц. Но вы уже будете делать полезные практики ежедневно, вы уже будете выпячивать жгут, это уже большой результат, похвалите себя и просто каждый день пробуйте. Вот эта связь мозг-мышца, она в итоге создастся, и у вас все получится. Нужно делать и не бросать. Возвращайтесь к этому видео, идите пошагово. Как я говорила, не забывайте про замки нижний, верхний, ни в коем случае. И отпускайте всегда свой вакуум медленно, подконтрольно. Если у вас была боль во время выполнения практик, во время вакуума, жгута или ложного вдоха, если вы чувствуете где-то неприятно, то, возможно, у вас есть воспалительные процессы в органах желудочно-кишечного тракта. Возможно, у вас есть какие-то спаечные процессы. Если такое присутствует, пожалуйста, напишите в комментариях. Я обязательно сниму для вас видео, как от этого избавиться, как, делая специальный самомассаж, убрать эти боли и на что обратить внимание в питании, если такое присутствует. Если у вас есть любые вопросы, пишите в комментариях, потому что моя цель — это чтобы вы были здоровыми, сильными и красивыми. Ставьте лайк, если вам стало понятно теперь, как правильно делать вакуум и инаули, и подписывайтесь на мой канал, потому что здесь есть все про здоровую спину, живот и тело. С вами была Оксана Рогелин. До скорых встреч!